В социальной сети ВКонтакте обсудили гантели за 56 тысяч рублей. И предположили, какими же функциями должны обладать предметы за такие деньги. Эта сумма намного выше стандартной. На официальном сайте производителя гантели весом 3 килограмма стоит около 37 тысяч рублей. А вот за 6-килограммовую придется выложить уже 56 тысяч. В описании указано весьма много преимуществ. Например, легкое утолщение к центру сделано таким образом, что дает ощущение приятной теплоты при сжатии в руке. Вот так там пишут. Ну, ничего кроме смеха, такие описания у пользователей не вызвали. Минутка понтов. Купи две 6-килограммовые гантели всего за 55 690 рублей. И ощути приятное утолщение рукояти из грецкого ореха, узрей полированную нержавейку, а еще рукоятка при сжатии выделяет приятное тепло. Бонусно они похожи, сами видите на что. Идеальный подарок на Новый год для хипстеров, вейперов и прочих посетителей гей-клубов. Для нищебродов есть гантели за 36 990 рублей. Правда, весом всего по 3 килограмма. Но нет денег, нет массы. В последнее время в соцсетях появляется весьма много рекламы с товарами не самой низкой ценой. Вот, к примеру, предмет интерьера – скамья из цельного куска дерева за 17 тысяч рублей. Вызвало ироничные комментарии в Фейсбуке. Но это не все. Также на сайте компании нашли табурет почти за 13 тысяч. Пользователи обсуждали, из какого же российского леса это темпере. Некоторые писали, что дерево для такой скамейки должно расти долго, поэтому цена оправдана. Но на сайте это написано, что это не дерево вовсе, а пластик. Но производители назвали это преимуществом. Говорят, что изделия из этого состава служат долго. Правда, пользователи так не считают. Вот также в интернете продают телевизор стоимостью 6,5 миллионов рублей. За эту, прямо скажем, удивительную стоимость покупателям предлагают премиальный телевизор с уникальным гигантским экраном. Его диагональ 105 дюймов, это 2,5 метра. Вы сможете полностью погрузиться в происходящее на экране, пишут на сайте магазина. Ну еще бы, за такие-то деньги. Оказалось, пользователи сети устроили флешмоб для бедных. В отзывах уже больше года они выдумывают истории о том, как стали счастливыми обладателями телевизора мечты. На странице с его описанием уже около 500 комментариев. Особо смешные набрали по несколько тысяч лайков. Наконец-то дождался его появления в магазине. Осталось только теперь продать 3 квартиры и вместо них купить его. Хоть и буду с ним ютиться на улице, зато счастью не будет предела. Операция по пересадке почки прошла без осложнений. Впереди еще 3 операции. Мужики, просто запал на этот телек, и я все сделаю, чтобы смотреть его, пусть и на улице, и неполноценным. Куплю, будет семейной реликвией. Гарантия 2 года. Потом свяжу крючком салфетку, накрою и передам внукам, чтоб берегли. Не нравится, что в комплекте нет антибактериальных салфеток и стерильных перчаток.